Господин Сакай, можно вас на минутку? Это важно. Да. Что такое? Не здесь, мой господин. Сюда. Меня зовут Хэ. Это моя лавка. Пытаешься мне что-то продать? Ну что вы, господин? А, все, пришли. Здесь нас никто не услышит. Говори, в чем дело. Мой сосед Харо подозрительно себя ведет. На закате он уходит из города, а возвращается аж на рассвете. Прошлой ночью я пошел за ним. Он дошел до сгоревшего дома у кладбища и встретился там с разбойниками. С разбойниками? Нехорошо. Я найду тот дом и узнаю, что у них на уме. Спасибо, Хё. Рад служить, господин. Я здесь! Человек из Адзама встречается здесь с разбойниками. Никого нет. Нужно осмотреться. Старые повязки. Крови мало. Раны небольшие. Дынная корка. Свежая. Много пепла. Здесь часто жгли костер. Торговец не зря что-то заподозрил. Надо найти, где спрятаться.
Подожду, пока эти разбойники снова сюда придут. Все в порядке на пути из Адзапа? Да, меня никто не видел. Но на дорогах монголы. Думаю, они нас ищут. Надо спешить. Что сегодня принес? Статую Инари. О, ценная вещь. Странно, что монголы ее не забрали. Зароем с остальными. Воры. Надо узнать, где они прячут краденое. Будьте начеку, мало ли что. Как остальные? Прячутся. Монголы несколько раз проезжали мимо дома, но пока никого не тронули. О, слышите? Кони! Монголы, прячьтесь! Кажется, все. Идем. Повезло. Там он, бедняга, попал в пень на дороге. Патрулей все больше. Из-за того самурая, небось. Монголы по всей префектуре за ним бегают. Надеюсь, он их перебьет. Почти на месте. Чем скорее сойдем с дороги, тем лучше. А что стало с Тамоном? Монголы посадили его на кол, на муравейнике. Час вопил, пока не умер. Жуть какая. Давайте поторопимся. Что они делают? Дожили. Закапываем Инари. В могиле ей лучше, чем у монголов. Не похоже, что они воры. Скорей! Что-то не так! Там что находится? Закапываем Инари. В могиле ей лучше, чем у монголов. Не похоже, что они воры. Кто там? Вот он! Дожили. Закапываем Инари. В могиле ей лучше, чем у монголов. Не похоже, что они воры. Скорей! Что-то не так! Ну все, теперь Инари не тронут. Довольно, стоять! Так и знал, что за нами следят. Погодите, это тот самурай? Рад, что это вы, господин. Странно слышать такое от вора. Мы не воры. Вы прогнали монголов из бухты Адзама. Но что, если они вернутся с набегом? Вот мы и решили, на всякий случай, спрятать все самое ценное. Сатаро! Кихэ! Сюда, быстро! Око, почему ты бросил остальных? Вот его и не убили. Дом нашли монголы! Наши люди в ловушке! Их же убьют! Сколько монголов? Много, не сосчитал. Кто умеет драться? Я и Кихэй. Вы со мной. Вы двое, защищайте людей в доме. Но как? Уж как умеете. Монголы! Наступают отовсюду! Вперед! Сипсикей, пирс, гавскай! Тоже! Вам тут наша мать! Тоже! Тоже! Мы не воины! Еще монголы! Надо было бежать!
Они не сдаются! Мы все умрем! Они сюда не вошли? Нет, вы им не позволили. Не мы, господин Сакай. Кто все эти люди? Те, кто бежал от монголов. Кто остался без дома? И вы их защищали? Пытались. А вы точно не собирались потом украсть все ценное? Нет, господин. Мы не пытаемся нажиться. Просто видели, на что способны монголы, и хотим помочь. Тогда помогите отвезти людей к бухте Адзама. Там вас не тронут. Стойте! Я разбойников издалека узнаю. Идите отсюда! Они со мной. Им нужно укрытие. И разбойникам тоже. Господин, нельзя им доверять. Они защитили этих людей и помогут вам обороняться. Хорошо, господин. Открыть ворота! Пустить всех в город! Не знаю, как мне вас благодарить. Защищает Заму, как тех людей. Так и будет, клянусь. И не забудь сказать им, где все зарыто, когда монголы покинут остров. Я так и сделаю. Спасибо, что дали шанс вернуться к честной жизни. Oh.